Я отправляюсь в эту зону, чтобы выяснить, откуда она взялась и что из себя представляет, и что таится в ней. В этой секретной аномальной зоне может скрываться все что угодно. Я отправляюсь туда один. Люди должны знать. Моя задача – выяснить все и выбраться живым. Я расскажу вам свою историю. Подойдя к зоне, я увидел многочисленные патрули военных. Это нехорошо. Люди должны знать.